который здесь есть. И только потом бы свалил. Давайте не будем торопиться, как в прошлый раз. Спокойно, размеренно. Давайте разожгем костер. Кстати, уже ночь почти что, и мы подыхаем с голоду. Это непорядок, давайте готовить. Прям все наготовим сейчас. Змея, тихо, не смотрим ей в глаза. И тогда она пролетит, проползет мимо, точнее пролетит. Черт! Ладно, давайте дубасти, ничего не поделаешь. Мария Ивановна, доставайте хлыст. А, ну все, ты завел меня, змей. Мария Ивановна, перестаньте. Обдумывайте свои слова. Пожарим остальные кокосики. Ладно, нам предстоит очень тяжелая работа. Мы должны опустошить весь этот остров. И потом нагло его бросить. Пустым и разграбленным. Дальше давай, приступаем. Целая засада из змей. Не хочу драться. Пустая трата сил. Ну давай, киндер-сюрприз. Доска да веревочка. Не могу понять смысл этого послания. Повесься, доска. Ну что ж, значит, это послание не для меня. Да, скорее всего. Что-то странно, по-моему, эта змея тупо меня преследует. Она очень далеко отползла от своего дома. Нет, все. А, так типа, все, меня спалили, пойду домой. Нет. Она вернулась. Что ей надо от меня? Странная змея, очень странно себя ведет. Дамы и глаза дурацки смотрят на тебя, пощем, Евгений. Блин, как это было опасно, чуть-чуть не сдох. Еле успел так. Это змея! Ау! Ну, блин, ну что я за дебил? Все кокосы, что настругал, просрал. Черт, давайте убьем эту змею, мне надоело, она просто надоела, вот сил моих нет. Три кучки пепла мы получили, это тоже полезно. А что если мы прям вот здесь вот рядом, стоп, вот так положим. Гори! Горите, пожалуйста. Почему-то они не загораются. О! Смотрите, мы додумались как. Вот как можно производить пепел, сжигать ненужное барахло. Молодец, библиотекарша, додумалась. Ты ожидал от меня другого? По-твоему, я недостаточно умна, чтобы додуматься до того, чтобы просто сжечь какой-то мусор и получить пепел? Да нет, что вы. Кажется, пришло время достать линейку. Нет, пожалуйста, не надо, ни в коем случае я не считала вас глупой. Вы самая интеллектуальная женщина в мире. Ну что ж, хорошо. День четвертый, мы здесь 4 дня уже тусим, вот просто на одном острове. И пальмы дают плоды, и мы живем. Нет смысла торопиться куда-то, хотя нам скоро, наверное, придется свалить, потому что у нас заканчиваются флинты, соответственно, скоро топоры все источатся и поломаются. Да. Смотрите, кусты вырастают прямо на глазах. Все само воспроизводится. Смотрите, просто идешь и собираешь заново. 5 дней на первом острове. Что это, если не рекорд? Что-то змеи начинают меня преследовать, и это как-то такое для меня впервые. Кстати, она что-то выжидает момент, когда я отвлекусь. И новые кокосики подоспели. 1, 2, и, по-моему, эта пальма тоже будет с ними. Итого 38 жареных кокосов. Приманка готова. Ай! Смерть крабу! Вот так. И, сдается мне, я уже никого сегодня не поймаю. Скорей. Какая-нибудь сладость тебе. Вот, быстрее. Давай. Уч. Да, одного еще успею поймать. А может еще одного успею быстрее? Давай! Давай, быстрее. Сейчас не успею ведь, да? Есть! Смотрите, птица! Какой-то намек на российский рубль. Взлет! Нет! Оно встало! Стоп! Я сажаю! Вы, ребят, советовали сажать! Вот, видите, я посадил! Стоп! Нет, оно все еще охотится за мной! Нет! Нужно срочно что-то посадить еще! Шишки! Там шишки были! Быстрее, пока еще не ночь! Ох, как я много деревьев повырубал! Спасибо вам за совет, я теперь готов был к этому! Нет! Не кидайся кокосами меня! Вот, видишь? Видал? Вот тебе фокус! Вот, смотри! Класс! Ну смотри, жок, проверю по всем ли канонам посадила. Боже мой, еле-еле пережил. Я пережил как про благодаря вам. Нет, прилив. Не надо. Нет, прилив не надо. Прилив не стоит. И вот я 3 лишних костра сделал. О, проснулась я! Пойду гулять! Куда пойдешь гулять? Ты добрая, да? Ты ведь глупое дерево, даже не понимаешь, что я использовала тебя. Я тебя надурила, посадила лишнюю шишечку и буду вырубать деревья снова, а ты даже не поймешь. Потому что ты имбецил тупой книжки не читаешь. Господи, она просто унижает природу. Она видит не дерево, а стол, чтобы читать книги. Итого уже день 6. И мы все еще здесь. Продолжаем все это брать себе. Смотрите, все вырастает, и мы все заново собираем. Давайте рубить дальше. Мы деревья задобрили. Вон, кстати, шишечка лежит, если что.
Нет! Нет! Смотрите, смотрите, вот, сажаю. Довольны? Нет! Нет! Шишечку! Шишечку посажу. Вот, смотрите. Оп! Чуть не убило меня. Так, я думаю, на этот раз мы напортачили по-настоящему. Боюсь, теперь мне ничего не простят уже. Ой, боже мой, все деревья, абсолютно все восстали против меня. Ладно, ребят, спасибо большое, глупые и бессильные низкоинтеллектуальные деревья. Я поплыл отсюда, взяв то, что мне нужно. И теперь направляемся в дальнее плавание. Будем надеяться, что все будет в порядке, и мы не попадем в беду. Черт, я намокаю. Есть вероятность, мне сейчас... смачно подохнуть. Нет! Земля, давай быстрее. Ну где? Вот! Выглядит дружелюбно. Окей. Подальше от берега. А вот эти...